Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Закупыч. И сегодня мы распакуем целый наборчик кабелечков, всевозможных кабельков, проводов, зарядок и так далее. Начнем мы с первой посылочки. Обошлась она мне 82 рубля, $1.21, и шла на 25 дней. По-моему, сейчас ее у продавца больше нету, но найду ее обязательно. Я оставлю ссылочку в описании, если кому нужен будет такой наборчик. Так, итак, как можете видеть, это у нас супер универсальная зарядочка на все случаи жизни. Так, получается, здесь у нас USB такой толстенный, вообще обалденный, не удивлюсь, если от него можно заряжать все эти штуковины одновременно, все типы. Так, здесь у нас это что-то напоминает Samsung Siemens. Так, это у нас напоминает, по-моему, тонкая зарядка. Что-то еще, что-то там. iPhone, наверное, тонкая зарядка. Sony Ericsson. USB Mini. Потом еще какой-то. Стандартный микро-USB. Еще какой-то и толстая зарядка. А купил ее для того, что я у себя в закормах нашел вот такой отличный телефончик Nokia. И очень бы мне хотелось ее попробовать зарядить, потому что нет у меня зарядки такой, нигде не нашел. Ну, такая Nokia, даже не помню, что это за модель. Тут вроде не написано, включить ее не могу, посмотреть информацию точно. Поэтому попробуем ее зарядить. Так, это у нас не подходит. Так, это получается у нас вот такая зарядка. Да. Ну, в конце видео попробую ее зарядить, посмотрите, заряжает она или нет. Проэкспериментируем. Так, ладно, дальше поехали. А дальше у нас, ребятки, вот такой здоровенный пакетище. Здесь у нас удлинители, по-моему, 3,5 мм джек для аудио. Отдал из-за него 171 рубль, $2.38. И сейчас он стоит от 223 до 382 рубля. Все зависит от длины. У продавца есть длина от 75 до 300 сантиметров, то есть до 3 метров. Шла посылка 25 дней. Это типа провода у нас фирмовые. Должны быть с какими-то позолоченными этими самыми. Ну, не знаю, сейчас будем смотреть. Но, во всяком случае, упаковка уже отличается от шепотрепа. Вау. Вакуум пакет. Видите, какая-то фирма Vention. Special for you. Ого, тут типа все залицензировано, лицензионное, какие-то наклеечки. А здесь у нас даже, о, смотрите, фирмовая стяжечка. Фирмовая стяжечка Vention. Вот такая. Прикольно, да, вообще. И этот у нас еще пакет в пупырке. Ого. Купил его на всякий случай, потому что мало ли когда пригодится кабель такой. Так, видите, здесь он уже замотан обычный. Так. Ну, вроде как, да, вроде как разъем позолоченный. Вот такой у нас разъем. Тут у нас тоже написано Vention везде. Так, и здесь тоже. Vention, тоже все позолотой. А что у нас на кабеле, интересно, написано? Аудиокабель. Ну, типа, это считается то, что очень качественные аудиокабеля у этой фирмы. Поэтому они стоят, ну, не так уж и дешево. Хотя, не знаю, по-моему, нормальная цена, за которую я купил, конечно, в реалиях доллары курса такого, может быть, это и дорого будет. Ну, вот такая зато стяжечка в комплекте, вот такой кабель прикольненький. Ну, ребятки, а мы давайте протестируем супер универсальную зарядочку. Сначала мы найдем микро-USB для моего телефончика. Подключаем телефончик. Опаньки, и зарядочка у нас пошла. Так, микро работает. А теперь давайте проверим зарядочку на Nokia. Так, это у нас получается толстенько. Где она? Вот она.
кто-то нифига зарядка не идет. Возможно, она очень сильно разрядилась, ей надо побольше времени. Давайте одновременно попробуем подключить. И еще раз телефон мой. Заряжается. Все норм. Ладно, ребятки, отпишусь потом. Смогу ли я за эту Nokia вообще восстановить, потому что она валялась лет 5, наверное. Так что не знаю, работает она вообще или не работает. Протестирую обязательно все остальные разъемы, всеми телефонами, которые у меня есть. Где-то у меня, по-моему, Sony X валялся. А вам всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!